Традиционную пятничную молитву провели в мусульманской общине Люберец. Такие мероприятия служат напоминанием верующим о необходимости соблюдения праведного образа жизни. Стоит отметить, что встреча прошла в канун Дня народного единства. В своей проповеди имам-хатыб Люберецкого округа Рамиль Рахманкулов отметил ценность дружбы между разными национальностями. Когда прозвучал азан, а это призыв, верующие духовно готовятся к пятничной молитве, на которой имам будет читать проповедь. Для мусульман пятничное богослужение – это не просто молебен, но и момент единения. Перед началом им необходимо совершить полное омовение и надеть свою лучшую одежду. Мужчина-мусульманин должен бросать торговлю, свои дела и к этому дню особенно подготавливаемся. Правоверным мусульманам предписано молиться 5 раз в день, и это не обязательно должно происходить в мечети. Однако по пятницам молебен проводится именно там. Главную недельную проповедь произносит особое духовное лицо – имам-хатыб. Держитесь за верх Аллаха и не разделяйтесь. Вот эта вот мысль, она проходит через все культуры, через все народы. Мусульманская община в Люберцах существует уже 8 лет. В ее составе около 700 человек, которые принимают активное участие как в жизни округа, так и в мировом масштабе. Для достижения такого количества людей и многолетнего существования представители диаспоры приложили немало сил и времени. Мы активно участвуем в жизни Люберецкого района, участвуем во всех субботниках, во всех, так сказать, мероприятиях, возложениях. Когда возникли неприятные события на Донбассе, мы туда отправили 2 машины гуманитарной помощи, собрали вот людей и отправили. Помимо молебнов и общественной работы, они проводят воскресные уроки по чтению Корана для людей, начинающих с нуля. Для этого оборудован специальный класс. У мусульманской общины Люберец, которая образовалась сравнительно недавно, есть и свои трудности, главные из которых – это необходимость земли под строительство мусульманского культурного центра, который так им необходим. Мария Антонова, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.